Тля становится для многих дачников настоящим кошмаром. Она высасывает питательные соки из растений, оккупирует листья и уничтожает до 80% урожая. В этом видео я расскажу вам, как можно избавиться от тли безопасным средством нового поколения под названием «Искра». Он отлично показывает себя не только в борьбе с тлей, но и с другими насекомыми, а еще дает растениям много полезных микроэлементов. Производится это средство в виде порошка, концентрата и таблеток. Способ действия препарата универсальный, он одновременно улучшает иммунную систему растения и параллельно с этим эффективно борется с вредителями. Поэтому всего одной обработки будет достаточно для нескольких месяцев поддержания эффекта. И это при том, что препарат безопасный и не содержит токсичных химикатов. Он отлично впитывается в листовой аппарат любых растений и не смывается даже под дождями в течение месяца, а то и более. Появился препарат на наших рынках еще в 2000 году и уже отлично зарекомендовал себя в борьбе более чем с 50 видами разных букашек. Я рекомендую покупать препарат именно в таблетках, так его можно долго хранить, а также удобно разводить. Для приготовления раствора хватит всего одной таблетки. Разводим ее в стакане горячей воды, после чего раствор смешиваем с ведром воды для опрыскивания. Заливаем жидкость в пульверизатор и делаем обработку по всем растениям на участке, где заседает тля. Проходимся по листикам максимально обильно с двух сторон. Удивительно, но в состав этого средства входят даже калийные и антистрессовые добавки, которые помогут кустам и деревьям быстро восстанавливаться после атак вредителей.